We'd like to make a small deal. We have an interesting proposition. Get the new shiny Dota 2 ticket. Buy the new Starlight ticket. Support us with ticket purchases. And we promise to show you our best. We'll show you excellent and magnificent Dota. We will make sure you see some amazing games. Take the first step into the next season. We are counting on you. Help us make Star Ladder 11 awesome. We will see you again sooner than you think. Thank you for your support. And your contribution will make us a little bit happier. Thank you. Вже не один. Dark and Gold Temptation. Не встоїть жодна. Ну что же, еще раз всем добрый вечер. Мы возвращаемся в прямой эфир. Третий из пяти матчей дня. Немножечко мы сейчас расслабимся, успокоимся, потому что битвы за выход в финалы сейчас не будет. Сейчас будет битва за престиж между Basic Leonown и XGame.kz. К сожалению, XGame.kz, даже если сейчас выиграет, они сравняются по количеству побед с Four Angels и с My Insanity, но так как они проиграли оба лишних матча у четырех якорей и у My Insanity, то XGame.kz у нас отправляется про серию и будут играть, наверное, в квалификационном турнире, стараться попасть в следующий сезон Star Ladder, ну или же придется им играть в 12-й сезон в Pro серии. Four Angels же и My Insanity у нас будут играть стыковочные матчи с лучшими командами, со вторым и третьим местом Pro серии 11-го сезона. Ну а вот Basic Unknown, ребята, которые ворвались в Star серию, и ребята, которые не вылетают, закрепились и будут ждать 12-го сезона. Давайте смотреть, пик уже закончился фактически у этих двух команд. Basically Unknown, Enigma, Ember Spirit, Timber, Azor, Ancient Apparition, Wisp, Magnus, Doom, Disruptor и последний герой у казахов. Сейчас увидим, какой. Тут вообще, на самом деле, пики очень какие-то, не знаю, интересные, что ли. У одних так слабо понятно, как это работает, кроме того, что Enigma засасывает пятерых. У вторых такая же история, кроме того, что Magnus засасывает пятерых. Как бы вся игра... Все друг друга засасывают. Все друг друга засасывают. Подожди, сейчас будет последний пик какой-то хороший. Ну, просто у БЮ уже есть два мощных героя. Разор и Эмбер Спирит, которые в случае, если что-то не так пойдет у Энигмы, они с руки развалят. Ну и Тимбер, естественно. А вот у X-геймов пока что наваливателя с руки не видно. И его нет. Это ГГ. Вот так вот я прям сразу... Этот Каспер просто взял, похоронил сразу. Ну это так, ГГ. Блин, не я ну, хоронил команды. На следующую. Они сами виноваты. Да, сразу Next каточку, я думаю, можно стартовать и да, все. Да, мы все можем пообсуждать там возможные исходы двух последних матчей. Там есть четыре варианта, и при одном будет переигровка на шесть команд, при двух вариантах будет переигровка на три команды, при одном из вариантов переигровок не будет, Power Rangers вылетят, что будет очень неприятно для них, потому что возможный исход, когда Power Rangers будет иметь 4 поражения, но все равно им этого не хватит. Они могут выиграть у Empire, но этого все равно им может не хватить. А Basically Unknown, 1.42 коэффициент, 2.55 на X-Game, ну и мы видим, букмекера с тобой согласны. Я же говорю, изи-катка. Легкие $42, если сотку поставить, да? Да, да, да. Вы уже не можете это сделать, потому что на egamingbets.com прием ставок прекращается, когда уже идет пик, да? Но это было бы слишком нечестно. Если бы можно было ставить уже после пика. Естественно.
Не, ну я думаю, если сделать какой-то супер вид ставок, там, где ставки бы открывались на минуту после пика, знаешь. Не, ну в лайве принимают некоторые конторы, на интернешнле в лайве принимали ставки. Ну это да, это я знаю. Там... Это довольно интересно. Я уверен, что рано или поздно, может быть, даже в следующем сезоне Star серии практически на каждый матч можно будет так поставить. Ну это было забавно, мне кажется. Да, да, да. Ну, для этого ребятам из букмекерской конторы нужен доступ впрямую в игры, потому что... Ну, чтобы кто-то, да... Потому что преимущество будет у людей, которые, например, сидят за спинами у кого-то. Понимаешь, ты сидишь за спиной, а эфир-то идет через 2 минуты или у нас здесь ну, в студии. Да, да, мы-то да, видим да. на 2 минуты все раньше, чем происходит. Чувак, изи бабки. Просто изи бабки. Да, действительно, хорошая идея. Как вы знаете, все трансляции всех фактически турниров, кроме LAN, идут с двухминутной задержкой. То есть вы нас видите через 2 минуты. Это сделано для того, также и в Dota TV. Это сделано для того, чтобы команды не имели возможности, там, грубо говоря, палить стрим и знать, кто их там гангирует или что-то типа того. Ну, 2 минуты, опять-таки, очень сильно портят вот это вот впечатление. Да, вы можете узнать, где стоят варды, но понятное дело, что этим мало кто занимается. И вряд ли этим кто занимается, скажем так. Хотя в каких-то онлайн-турнирах, там вот типа Dota Cinema, где первое место там 100 косарей сделало, да. можно и подсмотреть, где варды стоят, скажем так. Ну, поэтому, блин, такие бабки в онлайне разыгрывать. Я тоже на самом деле это не особо понимаю, потому что честные-то честные, но когда такие деньги на кону, волей-неволей, ну вот глаз так прямо и тянется. На самом деле, все достаточно просто. Ты берешь телефон или планшет, тупо запускаешь стрим и ставишь вот так вот прямо рядом с собой, все. Да. И ходишь, смотришь хотя бы, где варды. Это да. очень много вопросов решает. Да, ну что же, ждем мы, пока разберут героев в X-Game Basically Unknown. Одного игрока X-Game не хватает. Мантис еще не выбрал героя. Мантис на саппорте у нас будет играть. Со стендином с Томашем играет на Штам Спирите у нас сегодня X-Game. Сталкайт играет на Магнусе, Ривз на Думе, Квал. На VSP, Mind Control сыграет на Enigma, Аси, Лумма, стендин команды Basically Unknown сыграет на Эмбере, Слави будет играть на Разоре, Панда на Эйнджет Паришне и Кевка будет играть на Тимберсоу. Ну и пишут Mantis again, фап-фап. Ага, Mantis ушел куда-то. И Квал пишет, что Mantis пошел пофап-фапать. Ну окей, окей. 7000 ММР босса ФК. Ну, 7000 ММР. Шоу Мантиса действительно 7000 ММР? Кто его знает? Может быть. Может, у него действительно 7000 ММР. Нам показывают Кевку, который на Тимбере имеет 3 игры. Из них 2 выигранных. Его статистику. Ну, мы ждем, пока Мантис у нас появится. Мы видим, у нас... Заглючил счетчик призового фонда. Там 123 тысячи долларов США призовой фонд. Это мы знаем. Ну и ждем Мантиса. Мантис, ты куда ушел, братан? Куда-то уплыл просто Мантис. И не хочет он играть в доту. Может, у него трубу прорвало, как обычно бывает в Казахстане. О, все, вернулся. Босс пришел. Поехали. Да, взял дизраптора и можно катать. Блин, настолько непривычно Мантиса видеть на саппортах. И игра у казахов что-то не идет, когда Мантис играет на саппортах, если честно. Я тоже не знаю, что они вот... Не, ну, понятно, экспериментируют, потому что, блин, почему бы и нет? Типа да, время экспериментов, скажем так. Ну и вот он, Мантис, который играет на дизрапторе. Ривз бегает на легкую линию Думом. В мид идет, конечно, Томаш на Шторме. Ну и в сложную дабла Магнус. Висп. Интересно. Ну, пока я не совсем понимаю, зачем здесь висп. Собственно, как я и не понимаю вообще, как у X-Game пик должен работать. Реально не понимаю. То есть, ребята просто взяли 5 каких-то героев. 2 из них, Магнус и Дизраптор, как-то сочетаются. Doom, допустим, против какого-нибудь Эмбера Тимбера. Ну, а Шторм и Висп, они сами по себе, да. Шторм и Висп. Не, если Шторм хорошо раскушается, он будет там убивать какого-то аппарата, допустим, даже Эмбера. И, может быть, Энигму. Ну что ж, здесь Разор пойдет в мид, в сложную пойдет, конечно, Тимбер. Ну и Энигма, понятное дело, в лесу. Асилум будет фармить в легкой, Панда ему будет помогать. Насколько будет мешать Энигме? Потому что при этом пике не совсем понятно вообще, как это Энигме мешать. Значит, мешать не будут?
Нет. Нет, это скучно. Это действительно скучно. Ну, в общем, команды решили так на расслабончике покатать. В Дотан. В Дотанчике. Да, что у нас по линиям получается? Висп пока там в миде тусуется. Внизу Doom Disruptor. Doom, понятно, фармить будет. Учитывая то, что у него суппорты есть на линии, то против Тимбера будет нормально ему ставиться. Или это вообще это фармящий Дизраптор? Да, слушай, это фармящий Дизраптор, чувак. Вот так вот, Мантис все-таки мы... Нет, это не фармящий Дизраптор, лол, он купил курицу. И что, это мешает ему быть фармящим, да, нет, Дизраптором? Он просто ищет все крипа, чтобы схавать Деваурам, потом пойдет фармить, то есть... Это так себе, он так чуть-чуть крипов побьет и все. Сейчас прошло 20 минут. Ну, еще вот этот спаун заберет, и я думаю, отправится на линию. Совсем чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Дом такой, блин, чувак, в лесу, короче, круче, там этот мне резать будет. А ты тут смотри, как он завтра избивает. Просто, просто убивает его. Овнит. Oh my god, what the hell is happening? Именно, именно. What a play by Mantis. Как бы сказали пафосные буржуйские комментаторы, которые создают хайп. Блин, нам тоже надо комментировать, как Тоби с Индереном, да, просто создавать тупо хайп, типа, вы посмотрите, как Мантис его отогнал с линии, вау, вау, ну что же, и в миде очень напрягли Разора, и ой, как же Разору здесь тяжело! Нет. Нет, ну нормально. Я думаю, что можно завязать с подобной методикой. Не, ну можно хороший комментатор, злой комментатор. Можно вот так как-то поработать. Так тоже будет интересно. Кто-то говорит, вау, как круто. Да не, фигня вообще полная. Ну я могу вообще совершенно спокойно справиться я с этой задачей. Я всех восхваляю, ты всех гнобишь. И будет вообще круто. Да. Я прям говорю, какой шикарный мув от Магнуса. Ты, да какой там мув, там типуля так затупилась. Да, типа не зафармил лишнего крипочка. Вообще, смотри, он просто не дынает их. Сталкат, бей крипов. Бей крипов. Сталкат все делает правильно. Он выводит крипов на линию, чтобы не подходил саппорт команды. А что мешает Панде просто сделать два шага вперед? Вот, сделал. Какая ошибка от Панды. Но Панда сейчас правильное решение принимает. Он отходит и на развороте. Панда, ты посмотри, что творит. Как же он умирает. Ну, слушай, Сталкет тут еще и замерз. Я решил поддержать хайп. Как же он умирает. Как же он умирает. И за Эквалом тут тоже погнались, но он притянулся. Успел притянуться к крипочку. Так что у нас вообще есть? У нас есть Тимбер внизу, который крипов особо не добивает, но... Но как менее, хорошо стоит... он получает экспириенс. Именно, именно. Как хорошо он получает экспириенс. В миде как хорошо Storm Spirit не добивает крипов по отношению к Разору. Разор... Подожди, 11-8, 11-9, к сожалению, уже я ошибся, да, потому что 11-9, и даже сейчас еще ошибся, потому что уже 11-10 у Разора, у Шторма 7-1, но это не значит, что Шторм не добивает, это значит, что просто отличную игру показывает Разор в миде, просто отличную. И вот прилетает Висп. Ну, смотри, и где же отличная игра еще от Шторм Спирита, где Vortex, нет Vortex'а, возможно, Рейджа не хватало. Space Creating, в этом всем самое главное, это Space Creating. Вообще-то слово можно говорить постоянно, и люди все равно не понимают, о чем мы говорим. Space Creating, Impact, какие там еще умные слова, NS-лас там знают, там, я не знаю, мы таких слов, к сожалению, не знаем, мы знаем только... Можно еще бодиблок там какой-нибудь. Бодиблок, да-да-да-да-да. Короче. Мы знаем только убить, и все. Убить — это самое главное, безусловно. Да, ну, в Доте все просто. Artstyle всегда завещал еще в 2010-м. Красная бей, зеленая хиль, все очень просто. Ты выиграл. Чувак, это на самом деле правильный рецепт. Ну так да, формула успеха. Красная бей, зеленая хиль. Ну, если что, ПР в прошлую игру так и выиграли. Ну вот, элементарно же. Или как Хвост говорил, сначала ты убиваешь крипов, убиваешь, потом убиваешь героев, потом все. Слушай, если выиграл. Объединить две эти истины... Вот! Почему это не доходит до топовых команд иногда? Ты понимаешь, вот просто объединить две истины... Это формула успеха, это рецепт победы. А тем временем ты посмотри, что летит на нижнюю линию. Ривз покупает рецепт на Hand of Midas на 4-й минуте. Как хорошо он оформил. Что? Нет, ничего, все в порядке. Нормально же нафармил. Ну, нормально, ну, есть Деваров. Нормально нафармил. Мантис выбегает, и Мантис хорошо пытался там... выбежать. Разора убили.
Причем убили вдвоем Шторм и... А, там же дабл дэмэдж у Шторм Спирита. Тогда не мудрено. Тогда ясно, да. Тут не мог прочитать Слави этот момент, и, к сожалению, для него оказался дабл дэмэдж у Томаша. И, к сожалению, для Разора оказался здесь Висп, и вот так вот, 2-1. К сожалению, для Разора оказался там Разор, поэтому... Разор не повезло что маленько. Что самое важное? Это самое важное, это да. Самое важное, да, действительно. На самом деле, это единственное, наверное, главное условие, при котором выполнима смерть Разора. Ну, это да, это наличие самого Разора. Наличие самого Разора. Понятно. Как говорят, что нужно, чтобы приготовить 2 вареных яйца? А, 2 вареных яйца, 2 яйца, то есть. Вода. Все. Варить-то яйца можно по-разному. Ну, типа да, но без яиц ты их не сваришь точно. Вот именно. Да, вот в том-то главный плюс. Так, тут у нас опять Висп мансует в миде. Он что, нет, отводы он не делает. А он просто стоит в миде и ждет, когда Шторм Спирит созреет и пойдет убивать Разора. Ну, а Дум начинает, вернее, продолжает хорошо фармить. У Дума с этим мидосом и Дваором вообще никаких проблем с криптостатом быть не должно. Нетворс у него, безусловно, будет самым высоким, если только там фидить люди не начнут. Слушай, а если он здесь соберет быстрый рефрешер, то, по-моему, basically unknown поумирает просто сразу. Аганим рефрешер, и все. Ну вот аганим рефрешер может быть, потому что первым айтемом рефрешер у него маны тупо не хватит. Не, ну понятно, дело. Что сначала аганим, потом рефрешер, то есть, ну и там, не знаю, там аркантапки, фейзы, в принципе, не важно. Абсолютно. Так просто суть в том, что... А вот так вот, и минус кевка. Да, тут пока кевку убивает. Так вот, тут пока просто аганим сам по себе вроде и не горит, потому что, ну... Ну а что кроме тут монопула, еще собирать? Он, да, он особо больше ничего не дает. Не, ну, с другой стороны, да, с другой стороны, кроме аганима, ты вот что еще на статы можешь, думаю, такого интересного собрать? Ну, барабаны разные, шиву, ну... Вот барабаны, ну, это разве все такое. Что... Вот мне не нравится это, вот эти вот барабаны, шивы и так далее. Лучше просто аганимчик. А, ну, там барабаны Шторма убивают на топе, слушай. Где, кто, куда? Там вообще, если что, уже двоих убили, но мы-то с тобой профессийником интвачи, и... Это камерамен виноват. Надо создать ссылку, точнее, не ссылку, а профиль ВКонтакте, камерамен СЛТВ, и просто все камни гнать валить на него. Ну, да, да, да. Вы же понимаете, ребят, не мы же управляем камерой. У нас есть специальный камерамен, который он входит в камеру. Поэтому всегда, когда вы говорите, что там Элат или Каспер пропустили ФБ, ну, блин, мы не виноваты. Так же, как на саммите, там управлял то Блейз, то еще кто-то. Ну, это были не мы, а гнали на нас. Не, там как раз на нас и не гнали. Нет, потому что нас... было почти не за что гнать. Да, там никто не пропускал, да-да-да. Там одно ФБ было за турнир пропущено. Но у нас одно... Но было же! Одно ФБ за день. Кстати, я сегодня еще ни одного ФБ не пропустил, если что. Прошу заметить. Задрот, что ли? Я вообще... Дома стоит, знаешь, тренажер. Запускаешь любой реплей и ждешь мне разблат. Только дождался, он не пропустил, пошел следующий смотреть. И счетчик такой, если сбрасывается, да, да, сбрасывается, да, да, на ноль, какое-то наказание должно за это быть. И знаешь, что это типа такая щелка, тебя заставляет в лол играть. Да. Ладно, там игра продолжается, друзья. Да. У нас Разор 33 на 18, 34 на 18 имеет крипстат. Очень-очень неплохой, кстати, у него крипстат. Ну, энигму мы не считаем, да, это лесная энигма, там и я могу нафармить. Если тебя не трогают. А, ну и шестой левел у Тимбера имеется. Где Дум? Дум ушел немножечко в леса под приформить. 1000 голды у него есть. У Дума топовый крипстат на карте. У Дума все хорошо, собственно. У Дума все очень хорошо. Ну, а Мантис тут выбежал вместо него на линии немножко получить экспы. Но что-то его начал сразу же кевка напрягать. Не дает спокойно Мантису получать этот самый экспириенс, скажем так. Ну что, кевка. 0-1-0, 21-4 у него крипстат, и вот левел свой получает. Понемножку-понемножку там он вылезает с вот этих вот проблем, которые были у него в начале игры. Там Дум куда залез? А, Дум просто побежал на базу? Да, Дума побили в лесу, и побили на линии, он купит фейзы, и стопа сейчас вернется на линию. И за это время Мантис может чуть ли не шестой левел получить, кстати, на лайне. И вот такие мувы, они довольно неплохие. Так, а там, слушай, там Энигма едет вниз, там вниз также едет Апаришин, и они хотят убить Мантиса. Gonna have your money. Тут сейчас будут... Gonna have your Mantis. И Энигма... Палится, вызывает Эйдолонов, есть ТП моментальная, и тут Думчик сразу в Энигму. Энчит Апаришин, Ривзу надо уходить отсюда, хотя он бежит за Энигмой до конца. Шторм Спирит, Глимс не туда.
Ну, хотя, в принципе, Шторм цепляет Unknown Panda, дает ультимейт еще Unknown Panda. Очень хорошо, очень хорошо. Да, там еще и Кевка что-то чакрамами покидался, но, естественно, без фатальных последствий для команды X-Game. И Раззор что-то сюда еще пришел. Ребят, вы что тут забыли? Они хотят назад драться. Бегите. Они хотят драться, кстати, сейчас, если будет Глимпс, то Кевку еще убить могут, потому что у него там, ну, маны, правда, хватает, так что более-менее все окей. Да, тут, basically, Unknown, конечно, немножко не доиграли, скажем так. И прилетел бы, может быть, Эмбер, может быть, что-то бы получилось, но хотя Эмбер пока тоже не имеет особо дэмэджа. И мы видим, тут он еще и от Магнуса присел. Не, ну у Эмбера хотя бы Флейм Гвард есть. Не будем забывать, что Флейм Гвард хорошо ДПСит 60 урона в секунду. Это все-таки не шуточки. You're absolutely right. Ой-ой-ой, Кевка. И успевает он выбежать здесь за Kinetic Field. Ну, конечно, у него в 3 Тимберчейн, так что он бы в любом случае улетел. На в том-то плюс сложной линии, да, вот в отличие от... Ну, да ладно, Кевка без маны остается. Слушай, его сейчас еще внутрь. И у него серьезные проблемы. Да, отлично, отлично сыграл Кевка. Вот этот абуз с Тимбером. То, что когда ты кидаешь цепь, если в тебя стан не залетел, ты типа все равно притягиваешься. Ой, ну он тут Сталкат, кажется, умирает на топе. Или не умирает. Нет, Сталкат успел отсюда уйти. И до свидания. Ну, Разор все-таки добил его здесь. Неплохо, да. Ну, Эмбер умер до этого, так что Сталкат получил экспер. Ой-ой-ой, слави. В Томаша. Пошло. Ну, потому что тут только бежать нужно. Че, тут забыл? А, вот так решил. Он дэмэджа еще Разору чуть-чуть подарил. Да, и хочет, чтобы саппорт его, видимо, здесь приняли. Но успел он отсюда убежать. Ну, а Разор, кстати, может пофармить Эншина, раз у него 200 дэмэджа. Но нет, не хочет он этого делать. Варды разбивает рядом панда и уходит отсюда. Разор уходит обратно-таки в мидлейн. 11 минута игры, 6-4. А тут Магнус с РПшечкой уже стоит. Но без блинка. Пока без блинка, но можно въехать. Он за деревом спрятался. Смотри. О, как сейчас нужно за РПшить-то? И... А, Егой так убьет. Да, этого так убивает. Там еще и весь влетел. И Думчик на Славе считается хороший. Хороший РП. РП, да, в Славе. И Славе должны здесь, по идее, забирать. Даже просто рученьками его тут забьют. Также забили и Апаришина. И минус 3 в размену одного виспа. Да, и то висп мог не погибать. Его там дотикало ультимейтом, собственно, Апаришина. Так что, в принципе, все очень хорошо. Три фрага делают казахи, зарабатывают 2000 экспириенса, 1500 голды. И сейчас заберут еще и тауэр. Вовремя прибежал Думу. Думал уже 2400. И вот тут сейчас мы посмотрим, что же Ривз будет покупать. Может быть, даггер какой-то? У него волк ворованный. Зачем даггер? Бери нормальные вещи и иди убивать. Да просто врываторов тут вроде хватает. Тут ну, и типа, да. Томаш, и Магнус могут нормально влетать. Еще и висп имеется, так что Ривз даггер не особо сильно горит. Согласен с вами. Тогда, может, и гоним какой-то быстрый, действительно. Ультапарата мимо. Энигма пытается дать блэкхолл и дает, попадает сама в блэкхолл. Ну и Black Hole Мантиса оказался чернее, чем Black Hole Mind Control. И у нас мега-килл уже у Ривса на Думе. Немного непонятно, чем вообще там занималась Энигма. Почему она вот так в открытую выходила на нескольких человек? Не знаю. Отсутствие... Инстинкта самосохранения? Да, возможно. Так, проблемы там какие-то в тимспике, может, я не знаю. Не договорились друг с другом. Мантис, кстати, на дизрапторе нафармился уже поинт-бустер 12-я минута. То есть он будет... Ой-ой-ой, Разор. Ну, братан, у тебя проблемы. Не, глимпсовать его не стали. Кстати, ну, может быть, не зря. Все-таки втроем там могли бы и не запилить. На нижней линии 2 ТП. В смоке у нас Томаш. Томаш собирает себе арчи. Тут же Ривз. Ривз с Думом. И привет, Кевка. Дум, и до свидания. Ну, Ривз все-таки купил даггер. Ты был абсолютно прав. Не знаю, он мог, в принципе, обойтись и без него, но, ладно, решил поддержать своих тиммейтов. Ну, можно быстрее организовать этот экшен, у него сейчас 8000 нетворса, и, в принципе, он один стейл может себе купить что угодно, в принципе. Он даже купив этот дайгер, по-прежнему обгоняет Эмбера, если вычистить артефакт. Разы просто, да, причем обгоняет. Как бы преимущество все равно огромное. То есть у него без даггера там, ну, 5800, окей. У Эмбера 4600. И еще один тавр сейчас Ривз и Томаш заберут. Ну, Продразор на топе забрал вышку. И, кстати, цепанули у нас Сталкета. Не дали ему ультануть. И цепанули Квала, убили. Вот так вдвоем здесь отдались два героя команды NextKZ. Это не очень хорошо. А с другой стороны, непонятно, почему там Томаш внизу сильно паниковал. Учитывая то, что он видел, как убивали... его тиммейтов на топе. Ну, мог бы Кевку там напрягать. Как так, Кевка сам-то на него нырнул просто, и Шторм Спирит испугался. Будто он, не знаю, думал, что он на топе, может быть. В чем дело? Там четверо ребят было только что наверху. Ну, в любом случае, Т1 забрали, Т2 уже начали харасить, basically, Unknown.
правда, похарасили действительно чуть-чуть, там и Ник надавала Black Hulk, как раз таки, когда убивали у нас Сталкет вместе с Виспом. Сталкету 500 по-прежнему до даггера, ну, нужен ему даггер. Да, мы понимаем, что Магнус со сложной, поэтому не так легко нафармить, но она такая себе была сложная, скажем честно. С Виспом, все стоишь, более-менее неплохо. Да, денег у него нормально, поэтому даггер появится в ближайшем будущем. Там у нас в центре Шторм. Разорчика, да, нашли. Разорчика притягивают, начинают настреливать. Там ульта хорошая от аппарата, но все равно минус. Но Квал погибнет. Не факт. Ну да-да-да. Ой-ой-ой, панда, сейчас еще будет Глим, скорее всего. Тут же Энигма, у Энигмы нет Блэк Холла в Сайленсе. Панда, тут же Киевка, прорезал хорошо. Квала пытается забрать, не хватает дэмэджа. Минус 2, Асилум пришел. Здесь же Энигма, Мантиса отдадут точно. Томаша может быть тоже. Там Чакрам сейчас будет, и это будет минус Томаш. Ой, да ладно, успел он увернуться, но Киевка его догнал. Да. Ну это 2-2. Ну это плюс для шведов. Это однозначно плюс для шведов, эта драка. Так, и Сталкет. Сталкет, вот он, наконец, купил себе даггер. Вот, был бы там Магнус. Возможно, все да. бы иначе обернулось. Не, ну был бы там Магнус или Дум, было бы, конечно, все очень круто. Но Дума и Магнус там не было. Дум БКБ себе собирает. Ну, такой Дум. А в мид, кстати, смотри, вообще решили не идти. Просто оставили там крипочков, отправили пачку идолонов. Ну, окей. Пусть будет. Так, и что получается? Получается то, что сейчас нужно их с геймом ворваться разочек-другой именно с этим Магнусом. Даггер нужно его сейчас юзать как-то. Брать Дума, Магнуса, Шторм Спирита и да. просто идти втроем нападать. У них еще есть Висп, который может залететь вместе с Дизрапторами. Это будет просто моментальный десант в пятером на любую точку, где угодно можно оказаться. Да, будет тяжело от такого отбиваться. Просто был бы, например, Дизраптор у ребят из Basically Unknown, то ты там ставишь Static Storm, кого-то отправил обратно, и все, и вроде вас уже больше. А здесь придется именно драться. Да, да, да. И к тому же еще будет Арчит у Томаша в ближайшем будущем. То есть, действительно, он очень скоро появится, это самый Арчит. Ну что же, Мантис снизу на Дизрапторе и Ривз. На доме дофармился БКБ, летит к нему сейчас БКБшка. Basically Unknown забрали 2 Т1 Тавра на топе в миде. Сами потеряли тоже 2, так что по товарам счет равный. Несмотря на это 3,5 тысячи голды, чуть даже меньше, 3200 имеет преимущество X-Game по чистому фарму. Опять-таки эти деньги все у Дума, так что ну не супер. Это какая-то супер большая проблема. Тут пауза у нас в игре от шведов. Проблема это будет, если вдруг Дум реально начнет драться, тогда весь этот нетворс уже будет именно в драке, да, боевой, скажем. Это будет значить, что X-Game станут сильнее. Дум пока собирает, что БКБ Дум собирает. Окей. Решил все-таки без раннего аганима играть. Ну, БКБ тут тоже пригодится, в принципе. Да, скорее пригодится, чем не пригодится. Ну, посмотрим, в чем пауза, мы еще не знаем. Будем надеяться, что не затянется она, что это не технические проблемы, которые нас там позавчера очень сильно выбивали из колеи из расписания, да, скажем тут так. Тут смысл проблемить ну, технически типа, да. вот этих да, пацанов. Да, да. Этих пацанов проблемить действительно нет смысла. Они сейчас спокойненько свои доиграют. У нас еще впереди одна интересная каточка. Две интересные каточки. Да, да у нас ПР против Empire и Lions против Empire. И после этих двух матчей определиться, будут ли у нас переигровки на 6 команд, на 3 или не будет переигровок вообще. Да, это будет очень интересно. Да, есть расклад, при котором не будет вообще переигровок, и он очень неприятен для болельщиков белорусской команды. Опять. Да. Ой-ой-ой, хорошо, а как это он успел? Он заранее, видимо, как-то нажал. Может быть, может быть. И, кстати, ой-ой-ой, Магнус увозит Энигму, еще увозит панду сюда. Ульти порешно залетел. Томаш быстро сбивает двоих. Там Дум на Асилума. Ну, нужно Асилума убивать тоже. Минус 3 Слави. Надо бежать отсюда. Прибежал Кевка, конечно. Но вот Кевка, кстати, может еще там не дамажить. Кевка прибежал. Энигма сделала байбек. И вроде Кевка воюет, но Кевка очень сильно пробивает. Это минус 1. Приходит Энигма. Энигма, Миднайт Пульс, будет сейчас Блэк Холл. Блэк Холл по двоим. У Ривза проблемы. Причем у него БКБ, поэтому более-менее он еще живет. Но вот сейчас уже нет. И Разора так и не убили. Это пока что, пока ой, что. Ой, Томаш сейчас... и Магнус здесь. Майн-контрол минус, надо гнаться за Разором прыгнули и увозят на Разор. Вот, и минус 5. На это минус 5. Минус 6 даже, я бы сказал. Да, минус, нет. Там да, байбек да, да, делала да, Энигма, она возвращалась в замес. Да, значит, минус 6. Да, это беда печаль. Тут вот ульта парата, будет ли он точный?
пикселя не хватило. Да, это действительно минус 6. Две смерти Энигмы и всего на одного Дума разменялись. При этом Штурм Спирит был все это время в замесе. Тот же Магнус. Магнус вообще 2500 опыта почти получил. Да. По 1000 голды практически получили Шторм с Дизраптором. Ну, для Дизраптора это вообще... Жесть, посмотри, жесть. У Дизраптора уже больше половины Аганимы есть. Ему не хватает совсем немножко. Да, ну и сейчас, конечно, Basically Unknown очень сильно проседают. Преимущество у X-Game. Ну, сейчас прыгнет 1000 до 8, наверное. По XP уже пятерку они ведут. Еще и Таурана топе там подпрессуют. Снизу на Асилома врым. Затянули его. Сейчас без Дума будет пытаться убивать. Левел Дес, и Асилом уходит. Немножко, кстати, совсем не хватило. Жди, я как-то его левел Десом пробивал. Ой, да ладно, Шторм! Ну, Флеймгуард. Там да и мана закончилась, так, если бы было побольше маны, немного у Томаша, безусловно, бы догнал. Там у Томаша просто Орхида до сих пор нет. Был бы Орхид, там Эмберу совсем бы ничего не светило. Сталки это на топе сейчас будут убивать. Кстати, его реально, скорее всего, будут убивать. Пытается сделать он тэп-аут, и у него получается, да. Хороший герой Разор, но плохой. Не так хорош вот в каких-то скоротечных замесах. Мы это тоже много раз говорили о том, что... Под какого-то Войда с хроносферой прикольно, потому что пока там дерется Войд, Разор высасывает дэмэдж, потом заканчивается хроносфера, уже Разор начинает наваливать там, и так далее, и так далее, и так далее. А в такой ситуации, да, Разор реально слабо выглядит. Просто два раза кликаешь по ТП, и все. И тебя не поймать. Да, действительно, Дизраптору не хватает 1200 до Аганима. Мы понимаем, что это просто смерть-смерть, гроб-гроб для разных Эмберов, там, Энигм и так далее. Там ни БКБ, ничего тебе не поможет абсолютно. Так что вот Мантис, конечно, делает огромную пользу своей команде сейчас, если принесет этот самый Аганим вот там на 24-й, 23-й минуте. Магнус покупает себе Лотар, ну, Шедублей, то есть, ну, не знаю. Вообще артефакт немного сомнительный, но, учитывая то, что вообще инвизеров у этих ребят нет в команде, то пойдет, потому что покупать обычно кучи там сентрей, ну, да. Дастов, там против какого-то Магнуса вроде не особо приятно. Да, приятно. Дум, кстати, начал варить себе Аганим, есть у него поинт-бустер, вот сейчас он к нему долетит и начнет он делать себе действительно скипетр Аганим, ну а дальше, не знаю, а дальше будет неприятно. Кстати, поймали Асилома на топе, и тут вот, ой, какая толпа здесь вообще оказалась. Честно говоря, он думал, что он ловит. А, ну, вообще, да. Это как там дело, как там было в этом Сунцзы, да, одно из главных правил — заставить противника думать, что он все делает верно. Вот сейчас была примерно такая же ситуация, потому что Эмбер под ульта Паришина уже нападал на Магнуса, но там ни вдруг откуда ни возьмись, появилось 4 человека. Да, и Дума там не было, и без Дума справились. Дум снизу продолжает фармить Аганим, 2000 ему до этого Аганима. В лесу, кстати, могли встретить еще Энигму напасть, но у Томаша опять-таки не было маны. У Томаша есть Орхид, и это неприятно уже для шведов. У них и так все очень плохо, они проигрывают 8000 нетворса и 6500 экспириенса, ну и сейчас еще придется... Там внизу еще Кевку убивают. Беда печали. Да, тоже задумали, глимсанули в Kinetic Field, стандартный сценарий. Вот он, Шедоблейд уже готов, устал к этому. Казахи хорошо сейчас очень идут, очень уверенно. Начинают по всей карте отстреливать людей. Да, и действительно жаль, что вылетают они со стартерии, вне зависимости от результата этого матча. Все-таки... Ну, напомню, что Секретова не приговорили в этом сезоне. Между прочим. Между прочим, да. Ну, вот лучше бы они приговорили не Секретова, а Форенчерс. Это бы им дало шанс на переигровки все-таки остаться. И это было бы, это бы дало им шанс на переигровки за переигровки, вот. То есть за стыковочные матчи. Но на стыковочную... Асилум, ну что, потратил все, и привет, Асилум. Просто Оуныч, 22-10, да, X-Game... Да, полный Оуныч. Эту игру отпускать не хотят очень. Ривз мы идем в миде, забежал. 800 голды ему до Аганима. Мантис уже имеет Аганим и ТП-шечку. 22-я минута. У Шторма тоже все в порядке. БКБ собирает. Ну, Магнус, понятно. Есть Лотар. Есть Шедоблейд, извините, простите. И, тут блин, процентов даггер. 90 не знаю, что такое Лотар вообще. Завязывай. Да, Шедоблейд, Шедоблейд. Вот, блин, вот все переучился. Очень долго не мог Дейдалус научить себя. Да, потому что он Лотар. Вот хоть убей, серьезно, я тоже... Не, ну, Дейдалус тоже долго был Буризой. И только не, сейчас... ну, Дейдалус, он хоть звучит там, типа, Дейдалус. Ну да, Шедоблейд, Шедоамулет. Два слова. Ну, вот это сложно да. говорить. Не, ну, Лотар Зедж тоже же два слова было, правильно? Не, ну, Лотар, он в Африке Лотар. Не, ну, это да. Только в Африке, ну, вот как раз-таки в Африке он Лотар. Тут, кстати, зашел под вард Сталкет и уходит.
Все, да, там больше вардов просто не оказалось. Вот сейчас Апаришн поставил, но Магнус к этому моменту уже успел уехать. Поздно. Там Аганим уже на подходе у Дума. 50 золота ему не хватает фактически. Вот и все. Да, Дума очень быстро зарабатывает 50 золота. Это да. С своими деваурами там и прочей фигней. Да, ну и, собственно, у Сталкета, извините, у Мантиса уже все, что надо есть. Так что могут идти X-Game и драться. Кого-то искать, там, убивать. Собственно, для них это сейчас не должно быть абсолютно никакой проблемы. Вот Томаш кого-то в лесах пытается найти, никого не находит. Сейчас Сталкета могут в миде найти. И, кстати, троих могут найти. Энигма, просветка. Ну, Энигма идет ставить блэкхолл, но и нет. Ловит Дум в лицо. Вот это, кстати, нежданчик такой себе для нее. И там Шторм в спину залетает. И хороший еще и Дизраптор кидает ультимейт. Кевка сразу же погибает. Асилум, правда, нехило наваливает. Слушай, Асилум уже минус 2 делает. И Разора 3. Быстро не смогли убить. И минус... И тут Магнус. Вот он, Магнус, и начинает убивать. А там у Шторма хороший урон с руки. Да. Ну, это 5 в 3, но это все равно хорошо. Это очень хорошо. Задумали, правда, Энигму в самом начале. Если бы еще Энигма хотя бы там секунды две какой-то блэкхолл кастовала, было бы вообще все великолепно для Basic Leonov. Ну, а так и не проигрывает очередную драку. Мы видим, ну, на этот раз они зарабатывают очень много денег. Опыта ты хотел сказать. И денег тоже чуть-чуть. Опыта действительно много. Даже больше, чем денег. Денег, на самом деле, они заработали в первую очередь много, потому что заработали нужные герои. Это Эмбер и Разор, там по 650 голды. Уже неплохо. Правда, здесь заработал... Right. Да, правда, здесь Шторм штукарик сорвал. А у Шторма с этим штукариком уже почти БКБ. Именно так. Блин, Дума 15 тысяч нетворса. Ло-ло-ло. А-ля-ля, ло-ло-ло, я видел. Ну, кстати, стрик потерял. Да, Дум, да, потерял он стрик. У него был там стрик, точно был. И он его потерял в прошлой драке, то есть подарил немножко денег. Но это не важно. Важно то, что уже 12 тысяч преимущества по нетворсу, более 10 тысяч по экспириенсу, и только сейчас появляется Battle Fury у Асилума. Ну вот, правда, он в прошлой драке хорошо наваливал, с Battle Fury будет наваливать еще больше. Сейчас поглядим. Пока у него запас прочности не особо высокий. 5 брони и 1000 хп — это не слишком много, учитывая то, что у Шторма появляется, наконец, урон с руки. Мы видели, что только что, казалось бы, Асилум уже все выжил, и нет. И нет. Да, там Кевку очень неплохо Рошан распечатал. Успеет ли Казахи? Мантис может успеть. Там Дум уже фактически успел. Но нет, побоялись, потому что очень далеко два основных героя. Шторм и Магнус, как ни крути, а не хочется без них начинать драку. Да, много-много очень тут айс вортексов натыкали. Не подойти. Ну, зато можно пофармить вот так вот идолонов. Ульт аппарата не точно. Ну что, БКБ появляется у Слави. Что-то хотя бы есть уже у Разора. Но, опять-таки, пользы от него особо немного в этой игре. Ну, кто его знает, как будет с БКБ. В БКБ, в принципе, можно в кого-то присосаться и очень много дэмэджа наворовать. Да, у того же Дума, которому уйти не так-то и легко. Застанет он тебя не может. И без дэмэджа сам Дум в драке, в принципе, не особо-то полезен. Бросит Дум, подожжет землю и все, и будет бегать там, щекотать вас, если у него наворовать много. Да, сила Дума-то, она немного в другом заключается, конечно. То, что у него сейчас очень хороший дамаг, это, безусловно, огромный плюс. У него там еще с волком криты классные. Но, если он успеет дать, например, один, а в лучшем случае два Дума через некоторое время, когда у него, надеюсь, появится все-таки рефрешер, ну, бою может все закончиться так и не начавшись. Что драку они не смогут толково провести. Идет нападение, находит майн-контрола и начинают его убивать. Ну, вот тут не очень... Ой, хорошо, майн-контрол. Очень круто. Ну, Магнус! Ульт аппарата. Просто все взорвались. Слушай, минус 3 моментально, минус 4 уже от команды БЮ. И остается один Шторм-Спирит, который тоже погибает. Это Team Vibe. Вот он, Black Hole от Enigma. Да, вот это было очень круто. И... 10200 экспы и 7000 денег. Вау! 7000 денег это до хрена. 10 тысяч. 1500 Разор заработал. Просто всю экспу, которую проигрывали, они сейчас отыграли. За два ультимейта просто. Круто. Basically Unknown переворачивает эту игру. При счете 28-18 сейчас заходят на Т2 и заберут еще и Т2. Да, вот конечно, на графиках это очень сильно отобразится и... Это реально страшно, да. Потому что еще один такой косяк, и вы можете не досчитаться пары бараков где-то на линии. Штучки 4 так. Да. Тут еще, правда, вышки стоят Т2, и их нужно бы позабирать. В миде уже справились с созданием. Внизу потихонечку Азилум подходит.
Ну и разор мы видим 10500 нетворса. Почти до 10 тысяч добрался у нас уже Эмбер Спирит. Ну и Энигма. Ну да, у Энигмы ничего нового там, в принципе, не может появиться. Хотя посмотрим, что он там будет собирать за свои 3000, которые у него на данный момент скопились. Шиву какую-то, либо я не знаю, что он там будет покупать. Это товарищ на Энигме. Эмбер. Эмбер начал делать себе БКБ. Понимает, что без БКБ тяжеловато здесь будет. Ну и казахи сейчас должны разозлиться. Они потеряли огромное преимущество сейчас, которое имели, которые зарабатывали там 25 минут. Сейчас его как и не бывало. Ну и надо прыгать и думить Асилума. И успеет ли? Нет, не успевает. Почему так долго думал-то? И сейчас в БКБ еще и дум. А да тут пофиг на самом деле. Там Энигма просто отойдет. Тут, правда, Магнус хорошо влетел. И Асилума успевают забрать. Так же, как и Слави, наверное, успеют. Правда, там хорошо Тимбер проехался. Ага, ага. Разор. 400 дэмэджа. Привет. Да Шторм, ну залетит чуть повыше. Вот, наконец-то Шторм Спирит это делает. Висп, висп, тезер у него находится в кулдауне, поэтому пока что герой относительно бесполезный. Пошел Глимпс, и вот он, чудо-герой. Абус этого Тимбера, да, Глимпс против него не работает, если он не потратил Тимберчейн. Но наконец у Виспа тезер появился, поэтому и у Томаша немножко маны побольше сейчас станет. Тут Энигма. In the jungle. Ну, а Энигма тут всех разогнала. Она вообще никого не боится. Правда, у нее нет блэкхола, но это не имеет никакого значения. Всем очень страшно. Да, и драку опять-таки 3 в 2, конечно, выигрывает X-Game, но потеря Дума и Магнуса — это не весело. Что Дум топ-1, Магнус топ-4 нетворса, как бы. Дело в том, что X-Game, не знаю, как это описать, они потеряли то ли чувство замеса, то ли еще как-то это можно назвать. Потому что они сумбурно атакуют. Да, кто-то да, пошел, да. Вот этот Дум в Энигму, которая на краю экрана от тебя находится, она тебе ничего уже не сделает. Все, забудь ты про нее. Тут Дум надо давать действительно или в Эмбера, или в Тимбера. Тут два варианта, по-моему. Разор, ну, смысл. Разор тем временем, вот мы видели, да, то, о чем мы говорили. Статик Линк бросил в Дума, и все, привет, Дум тебя не бьет, а Разор тебя бьет по 400. И что хочешь с ним делать, с этим Разорчиком? С веселеньким братюней. Да, просто разор вот так вот затянули. Кевка. Немножко. Кевка. Кевка. Кевка погибает. Кевка. Да. И ультипарейшн неточный. Ну, вот тут неплохо Томаш на всю ману делает фраг. У него есть БКБ, 2000 голды. Что, будет ли он делать? Нет, он будет делать хекс. Правильно. Я думал, ой-ой-ой, Асилум на топе, и тут Асилум никуда не уйдет. Там еще абсолютно. И Шторм прилетел. Без Шторма обошлись бы, конечно, потому что все-таки... С Аганимом больно. Квотерстав появляется у Дума. Ну, тут вариант один. Да, вариант один, он неплохой. Он реально неплохой. Слушай, тут Слави находит. Хорошо, его за РПшили. И вот этот скрипт, он мне очень нравится. Надо увести. Надо увести. Я стянул, я буду не Магнусом. Если я сейчас не увезу на фулл рейндж в какие-то... Куда-то. Подальше. Обычно мне нравится, когда от блэкхола увозят. Блэкхолы, колдауны. Вот сейчас еще кинетик филд к этому всему добавился с статик штормом. Чувак, ну куда ты спешишь? Вы либо договоритесь заранее, там, везу на тебя, везу от себя. Хотя это очень сложно в действительности, да, реализовать. Там нету там точки, куда ты привозишь. Да, ты не можешь нормально рассчитать это все. А кинетик филд на это время нужно. А разор быстрый. Тут Энигма заходит. А что и... дальше? Нет уже основных героев ультаппарата. А вот что там дальше? Они и не нужны на самом-то деле. А вот что дальше. Просто минус 2 моментально. Да, потому что Midnight Pulse решает вопросы. Энигма-то с Shadow Blade'ом. Тоже коварная Энигма. Слушай, коварная. Если сталкета, 20 хитов осталось. Но у него есть телепорт. Его уже надо его читать. Да. Он ушел, ушел. Да, нормально. Магнус сюда убежал. Но опять-таки объяснили сейчас Basically Unknown, что даже без двух своих кор-героев они могут спокойненько навалять. Да. Все-таки есть Энигма. Потому что надо прекращать страдать фигней, надо прекращать тратить спылы, например, впустую. Тот же Дизраптор. Разора убивали и без статик шторма, и без кинетик филда, и без ничего другого. А когда появилась ситуация, что вот Энигму понадобилось вырубить, ты уже ничего не сделаешь, ты уже потратил свой статик шторм. Еп. Ну вот опять-таки ждут, пока появится Дум вместе со Штормом. У Шторма до хикса, понятно, еще долго, у Дума до рефрешера еще дольше. Ну и игра, в принципе, у нас выровнялась. Хотя по-прежнему преимущество 7000 голды и 5000 экспы не имеется. SB Rules. Я не знаю, что это значит. Shadow Blade Rules. Ну да. Довольный, довольный. Я чуть не подумал, думаю, что такое SB. Shadow Blade. Вот я не видел, чтобы его так сокращенно писали. Да потому что его собирают раз в тысячелетие. Да, тут их сразу два.
Mind Control и Stalkhead. Оба по Shadow Blade имеют. И у Магнуса рецепт на Refresher Orb появился. Так вот, Stalkhead. Опаснее будет. Намного. Что 2 РП, это, конечно, очень серьезно. И РП теоретически даже Black Hole можно сбить, если там со сторонки его так подойти. Заюзать. Скажем так. И Doom можно сбить Black Hole. Так что тут есть чем сбивать. Главное, правильно. С правильной стороны, с подветренной зайти. Здесь Мантис и Эквал. Мы идем в смоках. И прыгает Doom. Поджигает Асилума. Минус Асилум моментально. Шторм тоже очень хорошо залетел. Но там Слави уже нормально дамаги насасывает. У него уже там плюс соточка. Поэтому сложно будет драться против Разора. Кевку там еле-еле убивают. Томаш погибает в результате, теряет гем. А команда его киданула. Ну, 2 в 1, да, как-то очень глупо подрались здесь X-геймы, забежали в толпу и, ну, да, быстро сбрили шторма через Дума, дальше что? Дальше ничего. Вот знаешь, я вспоминаю свои слова, когда я сказал на стадии драфта ГГВП, после чего я сказал, после того, что X-гейм не взяли бойца с руки, все, нет бойца, нет... Тяжелее. Да, Шторм не тянет на эту роль немножко пока, хотя у него 200 атаки, это немало. Есть Дум. Но Doom милишный, Разор у него очень быстро высасывает дэмэдж. Doom пока побегает туда-сюда, и проходит 3-4-5 секунд. Doom остается, если не с нулем, то с очень маленьким количеством атаки. Кевка скоро купит себе блинки-сферу. Ну, Малинка хорошим сразу результатом должна будет оказаться. И для себя, и для тиммейтов. В первую очередь, да, для тиммейтов того же Эмбера, которого постоянно сейчас избивают, беднягу. Его заставили даже БКБ собирать сейчас, потому что... Он долго его не может собрать, то самое БКБ, потому что, ну, где деньги взять, если тебя убивают постоянно, БКБ... Именно. 6-8 у товарища. Да, 8 смертей действительно очень много, я не знаю, если у кого-то больше. Ну, 9 у Энчента Паришина на втором месте по смертям идет. Так это же Паришин, без эскейпов, да. А здесь Эмбер Спирит, который вроде бы изворотливый. Ну что же, Мантис, и Мантис погибает. Мантис девардил. Зачем БКБ прожимал Mind Control, не совсем ясно. Байбек, Мантис, и на Рошане будут драться. Да, но... будут драться на Рошане. А потому что у Энигмы БКБ нет. Тоже вариант, да. Тоже вариант, действительно. И отгоняет, мы видим сейчас, от Рошана шведов. Рефрешер появляется у Сталкета. Да, и маны у него хватает на это все. В принципе, маны у него даже хватает, когда он раскидывает эмпауры, потому что регенерация очень высокая, 8 единиц маны в секунду. Да, так что действительно на все есть. И можно очень хорошо зайти. С Shadow Blade. Чему бы и нет. Там есть у кого-то гем. У Нигмы есть гем, и Нигму видят. Нет, Нигму не видит. Нигма, Black Hole в Мантиса. И в Ривса. Магнус. Первый РП, второй РП. И мало дэмэджа. Второй РП хорошее. Ну а смысл от этого РП, если у тебя никто не наваливает с руки? Вот сейчас только-только Шторм начал что-то рассказывать, но до этого не происходило ровным счетом ничего. А там Разор, у которого 2500 хп. И что ты ему сейчас расскажешь? Че, Разор догоняет еще здесь Шторма. Шторму надо улетать на хайграунд. И минус Шторм. Это минус 4, да? Байсклян, он переворачивает. Ты был абсолютно прав. Просто прав, нет дэмэджа с руки. Да, прав, как кто-то прав. Ну тут Эквал пытается уйти. У него там еще и блинк, он пытается тут мансовать, и уже-то не к кому притягиваться. Хотя тут есть еще свои крипы. И квал, релокейт нет смысла юзать, хотя... Смотри какой. Да, у него еще 6 зарядов в урне, вот он только-только ее нажал и... Ушел. Да, успевает даже отсюда скрыться. Неплохо. Ну и ничего страшного. Ну не убили, окей. 39-28. Всех основных героев поубивали. Разор уже наваливает лютым образом. И опять-таки, например, если появится Линка, она сейчас появится. Это будет еще все намного хуже. Кстати, Тимбер в прошлой драке действительно зарешал. Он засуицидился, похилил своих. Так что тут неплохо. Сработал опять-таки кевка у нас. Да вообще кевку там убивал Шторм. Поэтому за суицидом там дело долго не стояло. Ему там не хватило фактически 2-3 ударов. Но факт в том, что вот мы видели только, что было потрясающее РП. А дальше что? А дальше не происходит ровным счетом ничего. Потому что либо у Дума высосали дэмэдж, либо он уже умер, либо близок к этому. Но у него все равно там 230 дэмэджа, это фигня уже, когда у людей по 2500 хп. Не, ну под эмпауэром, там со сплэшом в это РП он что-то может дать. Но этого все равно мало. Эмбер, кстати, 9-я смерть. По-прежнему у него нет БКБ, он не знает, где его взять. Ну, Рошан наваливает так неплохо здесь, Басик Леонова.
По очереди танкуют, бедняги. 38-я минута, такие траблы с Рошаном, это жесть. И вот это жесть, вот это еще больше жесть. Первый приплыл, за вторым сейчас выехали. Очень хороший вышел Static Storm. Enigma уходит. Enigma тут найти должны, правда, Enigma в Shadowblade уходит. И да, все, Vision'а больше нет. Байбек сделал Разор, которого убили. Ну и не может сделать байбек у нас Эмбер. Надо на Рошана идти рифсу, конечно. Конечно, он пробит уже весьма неплохо. Там, правда, ульта аппарата залетает неплохая. БКБшечка. И вот он Дум на славе. Наконец-то нужно его цеплять. Ой-ой-ой, Разор нет байбека. Киевка. Глимпсанули его подальше отсюда. Идет Энигма без блэкхола. И Слави погибает. Да, Слави тут умрет. Его задонайли, но 100, это не так 180 важно. 180 секунд без него. Майн-контрол не видно. Блин, ну вот до сих пор не знаю, что делать с этими шедоблейдами. Там почему до сих пор не купили гем, X-Game? Потому что у них кулдаун еще 2 минуты на гейме в магазине. А-а-а. И я уже хотел побомбиться немножко, но вовремя обратил на это внимание. Но не могут, не могут пока. Хотят очень, но не могут. Да, пока что никак. Там не так давно кто-то Шторм вроде бы отдавал гем. Не помню точно. И тут Рошан такой прям... Дерзкий этот Рошан. У Разора не будет 70 секунд, там Дума не будет 40, поэтому ни одни, ни другие не собираются пока на Рошана. Да, у Nextol преимущество по деньгам уже просто мизерное. 5000 голды на 40-й минуте, это фигня. По XP это то же самое, 2000 XP. То есть... Слушай, я что думаю? А не стоит ли собраться Магнусу в дамаг? Я вспоминаю былые-былые времена. Но здесь уже поздно. Да в смысле поздно? Он ловит там троих-четверых в РП. У него ну, 2 а РП. Ему, где ему взять там 5000 денег сейчас? Где их там оформить? Да, я не об этом. Я о том, что даже если... Ой-ой-ой, смотри, Шторм. Да, и Шторм. Убьет. Хорошо, напал Шторм. Тут вот уже Магнус. Магнус больше никого не находит. А всем надо уходить, потому что Шторм уже труп. Да, все. И Магнус, у него скьюер в кулдауне. Дайгер тоже в кулдауне. Магнус тоже, возможно, труп. Да, ничего тут не сделал, разве что тратить РП. Менил его. Асилон даблкил. Да, 43-31. И вот теперь, по-моему, надо забирать Рошана и Бью. Это без проблем. Захотели забрать Апаришина. Апаришина забрали, конечно, но толку. Апаришин из базы может стоять, помогать. Блин, вокруг этого Рошана уже 5 минут идет дискотека. И Рошан потому что урона всех. Ни у кого нет. Да. Если прозор... полов, дэмэджа нет. Давай, сейчас ультимейт от Мантиса. Да, так сейчас и будет ультимейт. Вот, пошел ультимейт. И Kinetic Field, правда, успели выбежать из-под ульты, но все равно очень сильно горят. Азилум погибает. Айгис кто-то возьмет? А, вот забрал дизраптор. Украл. Ну и неплохо. Да. И все поумирали. Да. Вот так вот. Блин, настолько все как-то рандомно и глупо, еще и гем появился. Так понимаешь, Разор силен, когда он насосет дэмэджа. На Рошане дэмэджа он насосать не может, естественно. Да? Очень быстро все происходит. Да, поэтому вот эти его 140 атаки, они не позволяют быстро забрать Рошана. И при этом и те, и другие хотят его забрать. Но в узком проходе мы понимаем, что против ульта Дизраптора с Аганимом очень тяжело играть. Впрочем, так же, как против Блэк Холла. Да. Но сейчас... Блэк Холл Дум там был на Энигму. И... Да, да, именно так. Не вставать никак, абсолютно. Нападали именно X-геймы. Да, и вот он, рефрешер, практически готов уже у Ривза. Ну, Шторм без хекса пока, но что, на Т3 можно зайти и попытаться немножко его поцарапать, заставить там кого-то понервничать, может байбек сделать Энигму, там что-то типа того. Заходят X-геймы и пошла атака в Т3. Пока такая скромненькая. Ультапарата в Томаша попадает и отойдут сейчас X-геймы. Просто понимаешь, вот если нет урона по Рошану, то, естественно, и вышки забирать нет нормального способа. Конечно. Ты можешь снести тауэр, только если ты выиграешь замес. У тебя не получится, как с Террорблейдом, не зайдя на ХГ, все посносить к чертям. То есть тут... Ну, тут герои такие, что поделать. Очень, да, очень слабые для этой задачи герои. У шведов все, конечно, отлично, потому что у шведов есть хотя бы ультимейт Разора, да? Да, у них еще и Эмбер там есть. Хотя Эмбер на данный момент это просто кусок, но... В перспективе, если игра еще будет таки 80 минут, он всех поубивает. Возможно, кстати. Очень даже возможно. Да, Асилуму сейчас нужно сконцентрироваться на том, чтобы в конце концов дособирать себе. Там, я не знаю, это БКБ у него уже практически готово. Ты понимаешь, что происходит? На 77 фрагов в игре у нас нон-стоп идут драки. Не, Асилум не соберет себе БКБ. Асилум сейчас погибнет. Ух ты. А, лол, вот Ривз дал один дум, да. Об этом потом расскажем. Слави погибает. Там вот он, ой, как хорошо. От Магнуса, хороший. И второй РП. И второй РП, да. И вот это уже сложно пережить. Да, вот тут беда. Правда, есть там байбек от Энигмы. Она идет все-таки ставить блэкхол. Асилум пытается кого-то хоть убить. Асилум!
Еще по тычке сейчас кинутся. И нет, потому что флеймгвард спасает Глимпс. Глимпс, это минус Асилум. Нет байбека. Томаш на хайграунде, майн-контрол, ну, не хочет давать блэкхол в одного, но дает в троих в итоге. Залетели, ребята, ну куда же вы залетели? Эквал погибает, Мантис тут тоже ничего не сделает, ну, потому что кастов не осталось. Ну и майн-контрол спасает игру для себя, для своей команды сейчас, просто спасает своим байбеком. И да, вот он вот... сейчас еще Ривза, нет, если не убьет, то значительно покоцает. Да ладно, 20 хитов осталось там. Ну, тут Магнус ПВП с Энигмой выиграет, сюда, в принципе. Сюда иди. А там Валатара. Шедублейд, они же тут... А у Нигмы где? Мошенники. Энигма впарила, наверное. Шедоблейд купила Дагер. Да, нет, Шедоблейда у Энигмы. Передумала она. Ну что, хороший был сейчас шанс выиграть игру у X-Game, но у ее Ривз. Нет, не попали ультом. Не долетел, я бы даже сказал. Там да. Направление было неплохое, но не попал. Да, не долетел здесь. Точнее. Короче. Все круто сделал Сталкет, все круто сделал NXT, но немножко им не хватило. Либо Шива Сталкету, либо реально уходить в дамаг. Вот варианта тупо два. Потому что все, что он соберет остальное, это будет хрень. Нет, тут две Шивы, это будет жесть просто полнейшая. Если будет РП-Шива, РП-Шива, это бу. Да, да, это очень много дамаги. Ты там сколько? Одна Шива 200 вроде бы выдает, так еще 400 очки дэмэджа по пятерым, это нехило. Вот только сейчас у Кевки появляется Ленка, ну, 50 фрагов уже сделали X-Game. За 43 минуты, блин, очень результативный у нас матч. Опять-таки, хорошие игры у команд, которые, над которыми не давит на них результат, скажем так. Вот Lions против PR, там была игра ошибок, а здесь вот игра экшена просто. Да, вот, кстати, по поводу предыдущего замеса. Ривз там дал один дум. Да. Он махнул руками и нажал рефрешер, да. Не знаю, опять же, вот эти скрипты, это то, с чем предстоит бороться любому нормальному игроку. Скрипты на всякие скьюверы, на всякие подобные вот тоже движения. Это очень сильно влияет на игровой процесс. Конечно, неплохо, когда это у тебя отработано до автоматизма. Плохо, когда этот автоматизм ты не можешь перебороть. Да, надо быть более спонтанным, и иногда это очень сильно помогает. Ну что, по деньгам, 14 тысяч экспы, 10, 14 тысяч голды, 10 тысяч экспы ведут X-Game. 17 фрагов у них преимущество, 45-я минута, ну, в принципе, все кажется хорошо. И если комбинушка в следующий раз зайдет, через 30 секунд все будет готово, и 2 дума, и 2 реверс полярити, и шторм будет с хиксом к этому моменту, и по-прежнему Дизаптор не потерял свой эгис, уже потерял. Могут. Next, говорю, Next-ы, боже, вот вечная привычка. Конечно, Next-ы, Next-ы. Они уже X-Game, конечно же, давно уже, сезон 3 X-Game. Да, и могут X-Game здесь выиграть. Слушай, там у Виспа Бладстоун появился. Жесткий. Висп с блинком, с Бладстоуном такой хороший Висп. Просто блинкуется в центр и суицидится. Вечная мана, ух ты. Отличный план. Капкан. Ну, а там, кстати, пошел ганг в спину. Линка на разоре. Висит. Надо еще так обновить. Надо ее. Не на разор, а кидать, а на Эмбера. И Дизраптор сейчас спали движуху, да, Дизраптор палит движуху и погибает. И Дизраптору тут спалили. А у него спалили. Эгис был, а уже нету, да. Что без Дизраптора драться очень не хотят. Ну и так и нельзя. Не то, что не хотят, надо уходить отсюда. Вовремя. Успевает поджечь. И второй раз успевает поджечь. Сейчас второй РП будет. Второй РП по всем. И тут минус, basically, unknown. Тут все просто. Тут Шторм хорошо сейчас попрыгает. Да, с руки убивает одного, второго. И остается только кто? Только Панда остается. Хотя нет. Кевка еще жив. И дамажи, слушай, там минус два сделали. И, кстати, Шторм тоже погибает. Это минус три. И живой лол. Отличная драка-то получилась. Получилась она отличная только из-за того, что у Апаришина есть Аганим. Поэтому его результативный ульт, который попал там по троим или по четверым даже, он всех убил. Всех убил, да. Да, ну и Fight Recap интересный. У нас 53-37, уже 90 фрагов команды на двоих скрипали. Тут до сотки скоро дойдут. Опять-таки в плюс для Basically Unknown очень серьезно пошла эта драка. Казалось бы, опять два дума зашло, два РП зашло. Все очень хорошо, но дэмэджа не хватает. Именно. Слушай, надо ввести вот этот Fight Recap, один показатель. Называется «Время в стане». Вернее, сколько герой нанес этого, собственно, ну, стана да, команде да, противника. Потому Магнус что было бы интересно. Много. Да, сколько Магнус, сколько Тайдхантер. Просто суммарное время, которое в результате в плюсе имеется у мне той или иной показалось, что команды. Магнус здесь тупанул. Он дал РП, моментально второе дал. То есть, там... А там не было особо времени. Понимаешь, ну, он первое думаю. Дал по одной порции игроков, ну, да, 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 да. А потом они еще больше кучканулись. И ждать, когда они все разбегутся, было совсем глупо.
Но у Виспа уже 11 зарядов в Бладстоуне, он там нормально регенерируется. Не было Мантиса в драке. Был бы Мантис в драке, конечно, все бы закончилось очень печально для Basically Unknown. Да, если бы там оказался Дизраптор с его статик штормом, реально было бы страшно. 18 левел у Дизраптора, у Виспа 21 левел Висп. Полная жесть. По левелам мы видим, что Дизраптор 18 левел, самый плохой левел в игре. Самый маленький левел в игре. 3 24-х, 1 23-й, 1 22-й, 21-й, 2 20-х. То есть игра уже в таком серьезном-серьезном лейте. Для всех, кроме Эмбер Спирита, я тебе так скажу, потому что у него по-прежнему запак на там 30-ю минуту. Ну, как у Виспа. Да, это проблема, стоит отметить. И очередная атака, и пошла очередная атака. Не знаю, что там кулдауны на все. Про ДРП есть, Дум есть, но нету по 2 РП и 2 Дума. И Висп палит движуху, и Висп может сейчас умереть. Висп, походу, не сразу осознал, что ему тут вафли. Висп, лети же уже, в конце концов. Шторм, врыв, подожгли майн-контрола, убили. Хороший ультимейт, как хорошо все попадают под РП и под стетик шторм, но это минус 4. Но вот тут браво. Вот она разница с дизрапторами без. Ну и Славия тут дерется, он понимает, надо надамажить, потому что там все-таки ульта Парижна действует. Ну и ТПМ никто не даст сделать. Минус 5. Вот это уже совсем другое дело. Тут все было вот как по гайду. Кидается статик шторм, под него сразу же РП. Всех, кто стояли рядом со статик штормом, он еще пододвинул внутрь. Да, и статик шторм висел все это время. И, понятное дело, надамажило там, конечно, Basically Unknown очень серьезно. Да, купил сталкать перед дракой БКБ, но так даже не нажал, потому что ну, не понадобилось оно ему. Ну что, надо сносить сторону сейчас. Там есть глиф. Ну, есть очень много времени, полминуты. Можно даже снести две стороны. Или даже попытаться пойти на Т4. Нет, ну, на вторую сторону идут. Байбек Париж, сейчас будет ультимейт в мид. Да, ну все разбегаются. Так и есть, вообще ни по кому он не попал в результате. Минус центр и нижнюю сторону тоже. Тоже активно Дум сейчас грызет. Шторм на Паришина, минус Аппаришин. Да, нельзя так подставляться. Там особенно... кевка появится сейчас и майн-контрол. То есть будет пытаться еще как-то, может быть, дефить, но две стороны не все равно теряют. У Шторма очень хороший урон с руки. У него 400 демеджа, если что, у Шторм Спирита. Он под импауэром, под волком. У него более 400 урона. Это слишком дофига. Вот я говорил про то, что нет нарезатора еще давным-давно, но Томашу удалось выйти в этого самого нарезатора, плюс бафы там неплохие. Ривз. Блэкхолл успел БКБ нажать, что самое главное, и выживет здесь Ривз, его практически не пробивает. Здесь БКБ и в инвизе бегает также Сталкет. Ривз Асилом его бьет. Ой-ой-ой, там рефреш, Дум. Да, и сейчас будет еще одно РП, и Магнус должен ну, возить людей в нем. Теперь это good game. Да, теперь уже действительно это ГГ должно быть. Давайте уже пишите заветную фразу. Разор, жесткий разор. Кстати, немало тогда же тут нассал, и разор тут бьет больно. Но вот теперь не очень приятно. По 25-му левелу левел Дэз заезжает очень хорошо. Ну и майн-контрол тоже тарит. Он байбек сделал еще Славе, боже, у него еще и байбек. Волевой байбек от разора. Но, мне кажется, ему тут сейчас ноги поломают. Да, еще шторм прыгает, есть хекс, есть пара подач сверху. ГГВП. Поздравляем команду X-Game и, ну, тем не менее, прощаемся с ними, судя по всему. Так да, ведь? Да, да. Команда X-Game занимает 15 место, и вместе с командой NiP, которая, в принципе, распалась, X-Game покидают стар-серию. Будут они бороться в межсезонном переходном турнире, который у нас, как всегда, проводится в квалификационном турнире. Конечно, получат они туда приглашение. Ну и будем надеяться, что команда X-Game вернется к нам в 12 сезоне. Потому что, ну, без них StarLadder будет непривычным, скажем так. Да, ну, дальше нас ждет два суперматча. Я, к сожалению, вас покину. Останется только Каспер в эфире. Ну, это, я думаю, не важно. Lions против Empire и PR против Empire. И опять-таки, 4 исхода у нас возможны. Да, да, будет очень много разных вариантов, но о них мы будем говорить немного попозже, потому что надо посмотреть хотя бы один матч. Тогда да. Станет больше понятно, и некоторые после одного матча у нас останется всего 2 исхода. Ну, так все, это все уже половина. Половина. Да. Сегодня у нас было 8, после одного матча осталось 4, еще после одного останется 2, и в конце один единственный результат, которым закончится регулярный сезон Star серии, и мы узнаем, будут ли переходные матчи или нет. Ну вот, собственно, Basically Unknown 6-9 вместе с Альянс, вместе с Virtus.pro заканчивает на 9-11 месте. Ну вот X-Game у нас на 13 месте, но это немножко неправильно, потому что они 15-е. Ну что? Короткая пауза.
PR Empire. Решающий матч для Империи, решающий матч для PR. Не уходите.